первая нота. После ураганного удара все в квадрат. Давайте. Стойте. Бэра Киллина. Сейчас будет новая дота. Поближе вставайте к боссу сразу. Сейчас будет притягивалка поближе к боссу. Рэнджи и хилы не стоят в центре. Мамочки, сейчас будет новая дота. После ураганного удара сбегаемся в квадратик. Квадрат. Новая нота. Сейчас будет притягивалка. Ну, Боб, прожми фиски. Уже прожала. Рассредоточенно стоим. Бесит. Нота, отлично. Так, только забери сверху. Сейчас будет невидимый удар, после невидимый удар, отлично, все, квадрат. Похиливать. Бопайся. Сейчас будет притягивалка, творец. У меня больше нет. Окей. Да, у меня тоже. Если что, крышерки, говорите, кого попнуть. Рассредоточено, новая дота сейчас будет. Поближе подходим, сейчас будет невидимый удар скоро. Поближе. Невидимый крэшер, отлично, квадрация. Замечательно. Крэшер КБ. Поручителя хил. Сейчас будет притягивалка через 10 секунд. ДПС у него больше ПС. Отлично, сейчас будет притягивалка. Убегаем, Тиеса хилим. Рассредоточенно стоим. Отлично, сейчас будет сбегание. Поближе подходим. Учителя хил. Все, сбегаемся. Квадрат перешли, все в квадрат. Квадрат перешли. Прохиливаем. Орден, да ты на следующем будешь лечить, скоро сбегаем. Пять секунд до притягивалки. Ардент. Убегаем, все. Все, есть такой босс? Рассредоточенно стоим, нету.
Сейчас будет дота. Нет, не будет, все, перевод. Я дам ему в начале. Вначале сдает Ардент. Помолчите. Вначале сдает Ардент и Транквил. И жрем все камни. Когда бежим, Юран и разогрев. Сначала и разогрев поставишь свой тотем. Где-то метров через 20. И разогрев прямо в центре воткнешь около портала в тотем. Ну, я не раз. Я понял. Скорость рыка, побежали. Тотем ставьте, первый шаман. Ну и разогрев, ты тоже вставь. Камни. Сдаю Транквил. Хилим, хилим, хилим рейд. Добегаем быстрее, ребят. Шаманы, добегайте. Скажи, как убегать. Так, Амадеус тут остается, все остальные забежали на сторону. Бегите на другую сторону, все остальные. Весь рейд на другую сторону. Хорошо, давай Масаралку. Все, выходите, выходите из боковушки. Так, добегайте. Прохиливайте рейд, добивайте. Ну все, молодцы, вот можете же, когда захотите, а?